Всю ночь сегодня со мной спала. Потом, когда будильник сработал, она тут как тут урчит, ложится под бок. Ждет. Здание готово. Ну, с богом. Я даже переключусь на Хавка. Выключу туман войны. Погнали. Игра только-только началась. Mountain King первым. Там, видимо, Варден. Там Демон Хантер. И лалает сразу же, блин. Лалает сразу же угадывает с первым героем. Кто тут хочет подраться? Я еще не видел меня в бою. Одно ваше слово. А Теренаса уже в новых картах Warcraft 3 Champions нет, насколько я понимаю. Ну и, по крайней мере, на... Да, наверное, нет. Ладно. Видит Футмен, что тут Димка. Ну, знал бы прикуп, взял бы Архмага, конечно. Большой инвул. Здесь мана дрейн. Будет тяжело. Что ж поделать? Димка качается до третьего, работает на артефакты. Хав побежал сразу крепить нычку. Ему магическая вышка на мейне не так важна, потому что, опять же, Дима не сильно завязан на магической вышке. Ну, в отличие от Варден. То есть он и не будет лезть сильно в рабочих. И даже если полезет, его магическая вышка не так сильно остановит, как Варден. Ладно, смотрим, что дальше выпадет. Кольцо защиты. Плохие артефакты. Плохие. Надо как-то держать дистанцию. Мне кажется, даже имеет смысл Хавку взять ботинки. Ботинки для того, чтобы держать дистанцию и избавляться от бернов. Что если Димка оказывается с тобой рядышком? Если Димка оказывается с тобой рядышком, то вслед за первым моноберном он спустя там 10-12 секунд прописывает тебе еще парочку. Оставляя полностью без маны. А ботинки могут позволить тебе кинуть молоток. Отступить. И, соответственно, если ты даже первый берн пропускаешь, могут позволить тебе увеличить дистанцию от Демон Хантера. Но Хавк не покупает ботинки, к сожалению. Опасно. Тролля взяли. Магическая вышка делается. Нычку делает. Но к ней так просто не прорвешься через Диму. Хавк не следит. Ну, не следит. Инвул, минус туманы. Большой инвул тратит и сразу, видите, два моноберна по 200, минус 3 молотка, считайте. Кто под горой правит? Я готов. Да, я. Ох, сокачу пир горой. Горный король, видите, кто под горой правит, закачу пир горой. Ну, чего смотришь? Не видишь, король скучает. Чем ты тут, демон возьми, занимаешься? Помню, молодой был, только о выпивке думал. Но теперь все. Я готов. В завязке. Улучшение завершено. Войска атакованы. Пытается прорваться к экспанду Mountain King. Цель отменить, но там очень много троллей. АО в плюс есть. Без жертв не обойдется вообще никак. Хотя не доконтроливает, лалает. Отпускает одного фута. Отпускает второго. Теряет только одного. Юнекс. Теряет тролля. Димка прокачался, конечно, гад. Но у нас хорошая новость в том плане, что эксп не захорошен. Что мы не потеряли там рабочих, ни на крипинге, ни на харасе. И с точки зрения экономики у Хавка все ок. Он снова возвращается, можно отменить еще разок. Да, отличный возврат. Очень хороший сейчас был возврат. Пока Дима занят. Ну а там уже Т2 и Маша, буйный портер.
крепится по центру. Хошк пытается похарасить виспов, футболит на мэне. Грамотно делает, что разные футы, ну, футы Маунтин Кинг по разным виспам. Пошла лорница. Убил одного виспа, молодец. Отменит лорницу. Странно, что не сделал дрейн и не кинул молоток. Баш по виспу. Если бы Маунтин Кинг знал, что его ждет такая игра без маны, что он ни разу нормальный молоток не кинет, можно было второй баш брать. Что скорее докрепится до четвертого и там уже возьмет второй молоток. Персоналкам. Пошла персоналочка. Ну, у нас проблемы с Т2, естественно, но это стандартная вещь. Я бы подумал над дирижаблем. Потому что явно Эльф будет ставить здесь базу. Просто сразу на экспе. Этим висп идет. Короче, надо на мастерскую, видимо, идти. Это отличная возможность. Хавку было завернул в сторону мастерской, но потом осекся. Сейчас пойдет напрямую, а там панда уже в 2.5 и Димка на хвосте. На половине четвертой. Беда. Ну, кидает, вырывается. Все равно даже на такую динамику строительства нычки имеет смысл прожимать телепорт. Только надо прожимать уже сейчас. Что ты делаешь? Хошк! Очень сильно недоконтроливал. Потерял трех. У меня баг какой-то, видите? У меня прицел будет, видимо, всю игру. Вот такой вот. Ну давайте прицеливаться. Куда мы целимся? Шу-шу-шу-шу. Время потренировать. О, все, отпустило. Что делать дальше? Тайминг превосходный. Можно работать по Т2. Трижды Хавк отменил нычку. Причем на хорошем прогрессе 2 раза из 3. Исследование завершено. Баста, прости, что я тебя не глажу, Басточка. Располагайся просто. Хавк возвращается к крипингу, не очень битый Маунтин Кинг. Пошли присты сорки и выход из лимита. Но что делать с третьей пандой? Третьей, возможно, даже четвертой, учитывая то, сколько времени нужно хавку, чтобы отстроить этот лимит 70, необходимый для нормального пуша. Требуется моя помощь? Да. Чем бы заняться? Дима хорошо затарен. Хоть он и битый, но смотрите, у него кольцо, серклетка, агила и 15 урона еще от когтей. Там первые медведи. Не мастера, но... Безусловно, успеет до мастеров дожить. Ну, Хошку надо, как по крайней мере, там 4-2 получить. Плюс попутно он, видите, из лимита выходит, отстраивается. Чем бы заняться? Но крепиться он нормально не может, потому что на хвосте у него постоянно висят вот это вот... Висит бригада. Надо, кстати, будет посмотреть... Ой, прости, бастет. Посмотреть после игры, как там у нас... На Play Market приложение. Да. Благодаря вашим оценкам поменялось. База достраивается. Тайминг почти идеальный. Единственное, что может и, скорее всего, помешает Хошку провернуть убийственную вот эту вот атаку, это исключительно уровень героев. Тот факт, что он сильно отстает. Ну, Хавк будет давить. Видите, на Т2 он будет давить. Всяко. Исследование завершено. Говори быстрее. Да. Он не делает касл.
Странно, что не делает второй играет на атаку. Рифлам. Взял баш. Что же делать? Что же делать с 4-3 героями и с медведями? У нас тоже почти 4-3. Мало ток. Баш на промах. Винный пары дыхания. Хорошо, он не прописал бёрн. О-о-о-о-о-о-о! Опа! Телепорт передал. Здесь Лалайт абсолютно не прав был. Вот это вот размен по ХП, стрельба, трата маны пандой в никуда считается, потому что большую часть здоровья присты еще отличат. Дают возможность Хошку сейчас сделать еще более серьезную атаку. Он, видите, ману восстановил, но Мунвелла уже такие подпустые парочка. Димка не готов, у него... Он еще опустошил 1/3 Мунвелл. Надо было иллюзию хотя бы одну Маунтин Кинга сделать. Ты чего? Зачем три мага тебе, ну? Зачем три мага? Опасный момент, друзья, очень опасный момент. Близзард пошел, хорошо. Молоток, винные пары дыхания, у нас два свитка есть. Скролл... Ой, какой скролл за бист от Хавка! Сразу после двух виспов, которые задиспелили. И плюс 25% урона. Реально сейчас можно хорошо посражаться. Уа, медведи красные. Уа, застройка идет. Красава, Хавк. Такой тайминг этого свитка, который диспелиться должен от эльфа. То есть виспы и тут же, рык, тут же. Чатик что-то молчит, меня это смущает, потому что у нас чатик лег. Что мне интернет лег. Или все с замиранием сердца наблюдают за игрой Хошка. Приста подрезали, к сожалению. Отличная лавка, перекрывающая вышки. Все, здесь главное держаться. 80 лимита на 80, правда, тоже. Минус Магаса. Где лимит-то у Лалайта? В заказе плюс медведь третий. Что, здесь Хошк выигрывает. Да, МК пустой, но там два свитка лечения у МК. Свиток. Передать бы еще один Архмагу. Хотя панда нулевая, у нее маны нет уже. Да, видимо, чатик у меня сдох. Мана-мана. Причем даже реконнекта нет. Сейчас я обновлю его. А, во, у меня браузер просто. Браузер завис. Да, там прям... Там дофига всего. Хавк. О, ГГ-майкер против ГГ-майкера играет. Сейчас наверху написано. Лалайта, понимаете? Хавк убивает Лалайта. Топ-2, но максимум 3 эльф мира сейчас. Хавк может не убивать там Соника и Фогича, но он убивает Лалайта. Кролик Роджер, привет. Какой же у меня кот красивый. Любимый кот. Паста. Камера в режиме апса не поднимается, но по-любому. Кажется, нет. Молоток неплохой, инвулом ловит. Димка сразу же отступает. Свитоключение есть. Панда все еще третья, не четвертая, тем более уж не пятая. Близзард шикарный, все под слоу. Подвышки отступают, правильно? Еще отступить, еще немножко вниз. Хошка, ну еще немножечко. Вон, три вышки магические, смотрите. Димка уже без маны полностью. Сейчас свиток нужно юзать. Хорош! Все по таймингу. Все, панда без маны. Почти. Да, складывается как хавк немножечко. Но в целом... Ситуация для него очень хорошая. Там где-то 60 лимита. У врага главное архмага не потерять. Доконтролит все очень красно. Очень красное все. Блин, минус райфл. Светоключение перекупил гад. Но там стафает на последних хитах панду, теряет медведя. 37 лимита. 37 лимита у Лалайта. Это конечное для него. Ой, Хавк молодец. Вот эти вот отмены тайминговые бас были гораздо важнее, чем те жертвы, которые... Ну и, конечно же, Лалайт тут, помните, двумя героями что-то развлекать пытался без толком.
И Хавк уже, невзирая на то, что у него три базы, и ему не обязательно лезть раньше времени, идет вперед просто. Может быть, это и ошибка. Дыхание. Да, надо отступать. Падает рифленый. Свитка нет. Магазин надо было здесь отстроить. Тайминговый магаз. Мортира дает. Вот это была ошибка. Вот этот врыв была ошибка. QR-код над обилкой легко. А что, какие-то обилки не видел? Там же все обилки видно. Да. В этом не было просто смысла. Отстроить раньше магазин, взять там стафы, тем более у него там Т3 доделывался. Хавк зря напал дальше. То есть три базы в одну, даже с учетом апкипа, это больше, чем в два раза у тебя... У тебя 210%, у него 100%. Инкома. То есть преимущество колоссальное. И сейчас тоже не надо лезть. Ну зачем? У тебя Т3. У тебя там Inner Fire, скорее всего, делается. Третьего героя ты должен ждать. Леса нет. Но Хавк лезет. Очень он уверен в собственных силах. Лезет, причем на пятого Диму. На пятого Диму. Не так быстро. Чем бы заняться? Не так быстро. Хорошо бьет. Из инвиза. И в инвиз прячет имку. Красиво. Молоток в панду. Blizzard. Инвул бы прожить еще. Бёрн 38 по сорочке. Очень странные бёрны. Молоток в Димку. Мана-мана. Свитка лечения больше нет. Падает брейкер. Блин, ну зачем здесь... Еще молоток хороший. Инвул. Ставчики. Панда просто уже почти молоток. Пандарийский еле-еле уходит. Минус Димка. ГГ. Вот это точно ГГ. Сейчас напишет и... Или внет. Пытается убить Маунтин Кинга. Не получается. И сейчас панду на развороте молотком следующим убивает. Инвул. Лайт не сдается. Инвиз. Архмаг падает. Слышь, Хошка. Бах, минус панда. ГГ. Хавк 1-0. В первой же игре он выигрывает Лалайта. Хавк, похоже, сам не знает, что делать. Так далеко он еще не заходил. Да. Эльфик говорит, я не понемногу набрасываю на задание Киберпанк. Ну а чего, хорошая игра, брат, прошел мне тоже. Мне пока не до нее, дела работы. Говорит, не очень длинные, но отлично по сравнению с тем же Ведьмаком. Нифига себе. Спасибо. Спасибо, Эльфикс, за жирный донат. Жалко, что озвучки не было, но сейчас я это быстренько исправлю. Да, Варкрафта, конечно, сегодня, вчера и позавчера, и завтра, и послезавтра. Слушаем. Эльфикс поддержал Эльфикс. Ваш канал на 1200 рублей и сообщает, я там понемногу набрасываю на задание Киберпанк. Ну Киберпанк. А чего? Игра-то хорошая. Брат прошел. Мне пока не до нее все. Дело работа. Угу. Говорит, не очень длинная, но отличная по сравнению с тем же Ведьмаком. Так, глядишь, до красного статуса к концу прохождения дотянусь. Угу. Спасибо за СТ. Угу. Киберпанк. Да, Киберпанк. Как же у меня тут бастет урчит. Вы бы это видели. Жалко, я камеру... Не могу переместить, чтобы показать, потому что она далеко стоит. У меня, правда, есть вторая камера для этих целей. Но код черный, и, возможно... Во, сейчас попробуем. Видите? Видите, как меня любит код? Бастет, колбастет. Басточка.
Да блин, как неудобно-то показывать. Трется. Ах, и нос прям. Хвост в нос. Бастет. Колбастетный котет. Ну, повернись в камеру, ну. Баста, баста. Я не могу камеру дотуда до тебя довести. А такая она была дичь. Котейка моя. Так, ну что там, где? О, стоп. Ой, куда ты? Куда ты побежал? Баста. Бастет. Видите, какая? И глазами обнимает. Баста. Вот, вот. Ласковый кот. Это я социализировал, кстати. Раньше была дичь. Я рассказывал, что этого кота Женя умудрилась сдать еще. Эту кошечку нашу. К майору. Он ее побаивался. Да-да-да, это гости. Гости. Поэтому одеяло, подушки здесь. Так, ждем второго матча. Для тех, кто недавно присоединился, во-первых, у нас сегодня продолжение двух замечательных турниров. Первый — это Smile Cup, азиатский турнир с призовым фондом в 17 тысяч баксов. Вчера Фоги, хоть и со второго места, но с непростой группы Люцифер, Флай, Ксяо Кай вышел. Флаю проиграл 1-2. Тот на первом месте, Фоги на втором. Мун, Сок, соответственно, Чеймика не вышел, Лингуагуа. Сегодня играют две оставшиеся группы, группа С и группа Д. Здесь, соответственно, Лин вышел на первом месте. Фокус упал сюда. Здесь Хаф играет с Лалайтом. А тут я не знаю, если честно, что. Может, все-таки обновили результаты? Да, обновили немножко. Fortitude Colorful за выход. Thunder 120-й Щегол играют. Короче, смотрим, сможет ли Хошк выйти хотя бы со второго места из группы. Но Хавк дал бой Лину. Одну карту отжал. У Лина. У лучшего на данный момент орка мира. Вот. О, Телеграм. Коты. Так. Савелий котов накидал. Да, это же стендбай накидал. Тут они выкармливают мелких котов. Сейчас покажу. О. Это Трисандра, смотрите, здоровая. Это мелких. Триса здоровая, видите, какая? Все пошло. Так что да. Романтик застроил Colorful, мы апнем вышки, чтобы Хуман против Вандед отбивалось легче. Да, это такие фиксы из серии. Я не знаю, о чем эта игра вообще. Гринсмог говорит фу. Что фу? Нормальные же катаны. А у меня план еще. Давай, мы ждем. А вот Хавк появился. Поехали. Желательно, чтобы не было вот этих вот 1-1. Чтобы спокойно дожал этого щегла. И мы бы прошли дальше. На фокуса. А после Лина с фокусом справиться можно, по крайней мере, по морали. Я должен защитить эту землю. Улалайт, козел. Да.
На этой карте он любит как раз. Ай, футмена все-таки. Футмена забирает первого же. Одно ваше слово. Обычно... Да, успеет прикопать, добить. Картинка гуф. Что? Что? Ребята, а как это? Что? Любопытно. Требуется моя помощь? У нас экран загрузки. Сори, первый раз такой баг. Миша, картинка. Чтоб 100. Зато со звуком все ок. Да я вижу, что нормально теперь уже. Странно. Странно, странно. Норм. Такой капс выключи. Хотя, может, он по старинке shift зажимает. Если человек пишет заглавными буквами, тут вопроса два. Либо он нажал капс и набирает, либо это не такой эмоциональный вариант. Либо он держит shift и набирает. Вот это прямо он псих, значит. О, два виспа. Помните, про это же говорил. Это к такому количеству жертв приводит среди рабочих. Козлик в это время харасит, но ополченцы отбиваются сносно весьма. Возможно, даже козла здесь не хватало. Хорошо, что добил. Хавка остановился вовремя. Пошли энты. Второй элементаль. У-у-у. Да, рабочие биты. И тут не обойдется без жертв. Если так, пифет. Ну, значит, это девочка какая-то. Пифет. Найтмар, привет. Пропустил кусок. Пришлось работать как постановка. Мы сегодня болеем за Хавка. Хотим, чтобы он вышел в следующую стадию, в плей-офф. Вслед за Фогичем. У него дикая группа. Лин, Батя, Лалайт. 21 поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо, батя. Что на этот раз? У меня знакомый, чтобы написать заглавную букву, включал капс, нажимал на букву и выключал. Это, конечно, оверкил. Не самый оптимальный. Требуется моя помощь? Что на этот раз? Момент. Наши войска атакованы. Вот, и... Он проиграл Лину, но 1-2 проиграл. Сейчас играет с Лолайтом, ведет 1-0. Дело сделано. Да, борется за жизнь рабочих, но они умирают, гады. Не ценят его старания. Отбивается от кипера. Эта тема, она... Ну, он продолжит давить. Хотя нет, я вижу экспанд. Меня знакомый переучил на кап ставить переключение раскладки клавиатуры. На кап ставить... Неплохо. Пошел в агрессию, пока Лалайт занят. Это, кстати, очень хороший момент. Что сейчас барак можно попытаться было бы убить, но не заблокировал, к сожалению, на барак. Не подвел вовремя. Тут уже кипер третий, гад. Да, Хожик догадывается, что там крипинг идет, но слишком поздно уже. Хотя нет! Там виспов нет! И он дерево... А нет, дерево сожжал. Хавк видит дерево, но Арчиво привлекает сейчас больше. Ну, а кипер здесь всех убьет. Уже непонятно, что здесь делать. Что со второй прикопкой тут все футмены отдадутся. Блин. Наши войска атакованы. Подрезал одну арчу, уже хорошо. Угрожает второе, но там архмаг подставляется. Прячется, пытается уйти, но здесь еще одна прикопка. Причем на прикапы, видите, зеленого отрезает красного. Лалайт четко действует, очень четко действует. Элементали добивают нейтралы. Говори быстрее. Требуется моя помощь.
Элементаль пошел. Не знаю, зачем был вызван этот элементаль, если честно. Просто кусок экспы. Соколик, привет! Я купил, кстати, акции Твиттера. На 1.5, кстати. Я поверил тебе. И... Ну, после падения, естественно. Но пока он как бы... Сокол посоветовал взять Твиттер, Сап и Даймлер. Посмотрим, подруинит или нет. Уже подрос на 2%. Крипту что не берете? А... Сегодня же Твиттер в плюс. Да-да-да, вижу 2%. То есть мне сбагривать уже? Ну, Твиттер там сильно упал после того, как он же в пандемию рос. Там отчет выпустили, что сокращается то, сокращается это, и акции сильно упали. Улучшение завершено. Бою готов? О, сделать сайт лучше, принести к нам театральный джимплеер, чтобы... Да, это, кстати, будет. Мы только сегодня на планерке это обсуждали. Я могу вам даже макетики показать. Обновленной страницы канала. Эльфик, спасибо. К бою готов? К бою готов? Привет, давай, Сид. Быстрее. Она будет белой? Пока нет. Пока нет, просто сам размер плеера увеличится, кнопки перекомпонуются. Заголовок уйдет вниз под плеер, как на Твиче, кажется, сделано. У Твиттера новая фича готовится, у них дополнительные технологии есть, которые могут зайти. Хотел на лонг, держи 1-2 года. Окей. Да, я так и хотел. Правда, надо тогда сумму побольше. Я уже за последние 2 месяца вывел больше 40 тысяч. При, короче, где-то 10%. Ну, вывел уже в плюсе, и сейчас... Сейчас 0, короче. Минус 0.16 в данный момент. Посмотрим, что будет дальше. 4к баксов. Не-не-не, 40 тысяч. 40 тысяч рублей. Я так экспериментирую просто. Закинул сначала 3 сотни, потом еще соточку докинул. Норникель, да, норникель держу, спасибо, Сокол. Ты, правда, говорил продавать на 8%, но он уже 13, насколько я понимаю. 15. Бедный Хавк. Может, в игру? Да, наверное, в игру. Но Сокол ворвался. Сокол сразу подвал. Акции водорода. Норникель. Батя, переписка. 21 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Так. Блин, текст не написал. Так. Спасибо за Warcraft. Спасибо, Михай. За спасибо. Подскажи, батя? Где можно почитать, посмотреть про стандартные билды за все расы? Хочу играть, научиться. Будет ли сегодня фа? Таиом 6 поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает, твой фанат с 2003 где-то, на дисках еще смотрел. Уже не помнил точно. На ютубе заметил пару лет назад. Там смотрел все это время. Решил отдать дань, сюда перейти. Хотя тут ты тварина. Кого я смотрю, спасибо тебе, лучший. Эх, спасибо за добрые слова. 2003 год, да. А, отвечая на вопрос бати, я не стал Сирин бы... подчеркивает, да хорош! Гриша поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает... Спасибо, Гриша. Михаил, добрый день. Действительно стало хорошо смотреть в деревне ГГ. Купил сегодня бычка и куриц. Завтра неплохо. Буду садить картошку. Спасибо, что развлекаешь. Круто, что теперь надо не ехать в город. Интересно, что у тебя изменилось-то сильно, Гриша? То есть, что поменялось? Может, приложение, может быть, что-то еще? Деревня ГГ, да-да-да. А, еще, подождите, много вопросов. Во-первых, текстовые вряд ли... Просто заходи на стримы, смотри товарищ, или смотри вот на турнирах, какие билды используют, как строят, и все.
это не так теперь сложно, как раньше. Раньше вот эти вот вещи были недоступны, и приходилось там демки смотреть, статьи читать, воды смотреть с комментариями. А сейчас ты заходишь почти каждый день, и у тебя топовые игроки со стандартными билдами, нестандартными билдами, какими хочешь. И можно наблюдать и копировать, в общем. Теперь картошку под майкера сажать можно. Картошку под майкера. И родители, да, все еще сажают картошку. Жена тоже любит картошку. Миллион разных способов готовить. Ладно, у нас тут третий герой Питлорд. Сакса, 33, поддержал ваш Сакса канал, привет. На 300 рублей и сообщает, скоро стану папой. Так что жду последние свои катки в фа. Отец будущий. Фашечка вслед за Варкрафтом у нас тоже в последнее время очень много. Какие фейрики классные, а? Вы посмотрите. Флеймстрайк, ополченцы прилетели, вертолеты летят. Минус два фейрика уже. Минус третий. В целом хорошо здесь Хав посражался. Но там центральная база строится. А у Хошка все еще 102. Мне подвластно. 70 лимита против 74. Третий играет на атаку, 3 фейрика в заказе. Интересно, а Питлорд у нас берется, видимо, для сплэша и хауля, да? Сплэш, хауль. Ну, хауль диспелится, сплэш не диспелится. У нас как раз была вчера игра с Питлордом. Фуфашечки, у которого было 150 урон с руки. Он был под Бладластом. И еще Кадо ему играл музыку. И ДК был. То есть там он где-то с 4-5 ударов убивал стандартного там юнита, у которого 400-500 хп. Просто подходил кастер, срезал за 4 удара. Очень быстро. Да и героев тоже там по паре убивал. Сильнее, чем криты, в общем, у него был сплэш. 90% же у него на третьем. Сколько я помню. Мана-мана. Спилбрейкер отдается потихонечку. Ну, отбивается, конечно, Хошка. У противника медведи красные. По медведь, арча. Брейкер, что ли? Плохо. Да, видите, как фонтан использует грамотно. О-о-о. Просто отводишь и на халяву лечишься, тебе даже реджуф не нужен. Хошка выходит. Адриады трупов не оставили. А адриады, видимо, от мортир разлетелись, да? Ну, 76 лимита против 70 в целом неплохо, но там у корейца еще запас, косарик. Да, Хошка видит, что здесь база готовится. Хотя завтыкал, видите, лалайт? Он построил базу, но она оказалась на клеточку дальше от шахты. Он ее не видит. Соответственно, она не рутится. А он думает, что рутится. Хавк тоже думает, что рутится, поэтому подходит. Позиция у Хавка пока не очень хорошая. Он перегруппировывается. Время пока есть. Сорочка. Ой, плохая позиция. Видите, сейчас снизу подкрепление будет идти. Ладно, погнали. Близзард неплохой. Полукруг тоже по прикопкам. Ферик справа. Минус брейкер, минус 40. Ополченцы не выигрывают вообще почти нисколько времени. Бладмейдж пустой, сейчас отвалится, скорее всего. В инвиз Бладмейджа. И телепорта нет. Нет, это 1-1, друзья. Черт. Это же не уйти. Ну, Т2, Т3, понимаете, большая разница. Там и по грейдам плюс 2 грейда у медведей. Лицо опасности. Падает архмаг. Подрывником взрывает. Ах ты, сучок анманерный, а. Давайте Хавка послушаем. Хотя у Хавка там задержка. Точнее, у нас задержка. Блин, черт. Сейчас попрошу сделать, перекусить что-нибудь, а то есть хочется. Блин.
Да. Ухавка говорит, скипер получает третий левел, делает все, что хочет. Ну, блин, что тут скажешь? Ну да, приходит, ставит базу, когда хочет. А знаете, почему Хавк проиграл? Миша всю игру не подсказывал, а биржу обсуждал. Все, 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 ребят, все, все. Как ты быстро так сделал? Спасибо. Все, пауза. На обед. Я готов. Дело сделано. Я готов. Дело сделано. Жду приказа. Жду указаний. Я готов. Жду приказа. Требуется моя помощь? Дело сделано. Я готов. Наточил я свой топор. Такой лалайт халявщик, вы посмотрите, блин. Ну, возможно, это подстройка под действие Хавка. Одно ваше слово. Возможно, он увидел, что Хавк не делает разведку. И сразу пошла нычка.
Хотя ее можно подпушить с троллями. И с третьим аймом. Арчи в это время работают над третьим для козла. Да, ваше высочество. Блин. Да, ваше высочество. Вот была бы разведка у Хошка, он бы... Кого убить? Он бы мог прибежать и отменить просто эту базу. Потому что здесь халява. Три арчи битые несчастные. Просто несчастные три арчи. Что на этот раз? Ну, это явно подстройка, то есть Лалайт посмотрел, видимо, какую-нибудь свеженькую демку у Хошка. Посмотрел, как он, что он нифига не разведывает, и пошел халявить. Вот и все. О, Кувест, привет. Кувест с точкой. У меня есть для тебя хорошие новости. Аккаунт Кувест свободен. Спасибо, Фоксом. А вот сейчас уже продавить будет крайне сложно, потому что, во-первых, кипер уже третий, во-вторых, нычка-то уже достроилась. Строящуюся нычку убить одно. Наточил я свой топор. Да. Свежая демка, в скобочках, любая за 5 лет. Да ладно. А, его начал, занял. И пошла разведка от Хавка. Не, ну так нельзя, конечно, играть. Сейчас Хошка не то чтобы позади будет, но преимущества у него никакого не будет. Вообще никакого преимущества не будет. И сейчас Хавка прибегает, такой оп, а тут база уже готова. Он явно не ожидал этого увидеть. Просто явно. И Т2 еще доделывается. Требуется моя помощь? 6. Что делать? Атакованы. Я готов. Улучшение завершено. Ну, Футмен убегает. Дефенс помогает. Там нога вторая уже. Где Аболиши? Диспл не сделал вовремя. Отдал одного тролля. Хорошо спас двух других троллей. Козлик вынужден телепортироваться. Ну что делать дальше-то? Жду приказа. Нага уходит на последних. Вот в таких вот мелочах, в мелком контроле, так скажем, пинг очень решает. Вот да, что там Нага уходила на последнем там выстреле. Да. Жду приказа. Наточил я свой топор. Говори быстрее. Я готов. Хорошо, что Хав, конечно, подрезает нейтралов рядом с... Ну, нейтралов противника довольно шустро. Хорошо, что он выудил у противника... Баста, давай я тебе дам эту колбаску. Бесса, тебе нельзя. Это Бастина. Дело сделано. Но в целом он очень сильно просаживается по уровню технологии, так скажем. Очень сильно. Исключение пора использовать, да. Использует, спасает фута, лечит остальных. В целом неплохо разменивается. Но там уже Т3 наполовину. Футами хорошо поджимает.
Архмагом очень хорошо на энтах поднимается. Архмаг уже почти пятый. Но отсюда придется, видимо, уходить уже на телепорте. Улучшение завершено. Что там? Ну, МК надо брать, учитывая то, что маноберна нет. Но он берет нагу. Для, видимо, продолжения банкета, для продолжения давления. Ну, там две лорницы. Медведи штампуются. У нас только-только первые кастеры пошли. Поджимает. Риджуф. Сейчас будет... Ой, виспы вышли, смотрите, он здесь делает три грейд на медведей. Перегруппировывается аккуратненько. Если эту лорницу снести, можно выиграть немножко... Немного времени, но Хавк не... Видимо, решил... Либо не до конца понял, почему эта лорница так важна противнику, либо... Решил не вкидывать. Подрезает медведя хорошо. Прыгает за следующим. Там уже... Надо отсюда телепортироваться, видимо. А не, нага вражеская битая. Ой! Минус нага. Ой, хорош. Минус райфл, правда, тролль. Ну и медведи сейчас будут пачками выходить. И Риджуф. Не хватает брейкера. Чтобы перекастовывать Риджуф. На халяву, можно сказать, лечится Лалайт. Нага вторая, хорошо. Как же Хав хорошо контролит. Да, Архимаг пятый с субимаской, это сильное подспорье. Потому что, чтобы его законтрить, ты уже не можешь обойтись жрецами лесных троллей, слишком они хреновые. Тебе нужно строить типа дриад и делать аболиш. Но если сейчас начнешь строить дриад и делать аболиш, то медведей производства не будет. Но третий элементали, посмотрите, какой у них урон. 40-50 урон. Виспами пытается законтрить, выводит. Хавк тут же сплитит. Теряет, но тем не менее не так страшно. 51 лимит. Почему красный не закрепил на отступление, интересно. Да, и пошли все-таки дриады с оболишем. Ух, что же делать-то, а? Рампу ГГ говорит, а я вчера всю ночь переустанавливал винду, в Warcraft вроде бы все, готов к фашечке, но сегодня уже лежу после операции, отхожу от наркоза, и я не расстроен, ведь смотрю отличные игры с ними, отлично. Надеюсь, там все наркоз отпустит. Операция, как говорят в фильме, прошла успешно. Где Микер? Да я не доел второй бутерброд. Не то чтобы я его сейчас ем, но после этой игры спланирую. И включать-выключать камеру. Хотя это не так сложно, я могу сделать вот так и вернуться, прикинь. Огненный плащ для Наги — самый никчемный артефакт из имеющихся здесь. Сложно представить, что кто-то из этих героев пойдет танковать и гореть. Ой, порки, привет. Баста уже третий раз вымарщивает, и мне колбасу понравилось, видимо. 67 лимит, но здесь не меньше. 69. Как я люблю природу. Фейрик уже начинает бомбить. Виспак грамотно диспелит, конечно, лалает. Два свитка лечения есть. Рабочий падает. Минус все рабы. И сзади еще нейтралы помогают. Надо распределить урон. Использовать первый свиток уже, да, сейчас. Передать второй свиток магу. Нага третья. Там нага тоже третья. Подконтролить это, подконтролить то. Передать свиток лечения. Изнуть почти успел. Да, тяжело этот хавк. Дисплентов отличный. Минус медведь один. Ставь медведя второго. Ну, эльфа-то мало осталось. Чего? Четыре дриады. Блин, Хавк еще выиграть может. Капец. Красава. Свитка не хватает.
Две бутылки жизни. Очень хорошо контролит Лала, это же. Телепорт. Правильно, правильно, все красное. Не дозастроить здесь. Двой брейкер еще теряет под конец. Очень хорошо. Ну, хавк, представляете? Одно дело, когда ты в группе, в которой Лалает, Лин и Фокус. Лалает, Лин и Фокус. Отлетаешь там 0-2-0-2. Другое дело, когда ты там Лину проигрываешь 1-2. И с Лалайтом играешь тоже 1-1 и до конца. Кошка молодец. Да, шестой кипер — это проблема, когда у тебя Маунтин Кинга нет хотя бы какого-то для перебивания. Он, возможно, и делает касл как раз для того, чтобы остаться в игре. Даже несмотря на наличие ультимейта у кипера. Уже пора. Требуется моя помощь. Ну, Архмаг тоже к культе идет. Да. Это верно. Будет переучиваться на Blizzard, скорее всего. Ну, там 5 дриад. Хотя нет, верят в элементалей. Да, переучивается. Что дриады уже поставляют экспу бесплатно. Хороший артефакт у Наги. Ноль-ноль, правда, медведем. Кошка тоже 0-0 из-за таймингов рифлы. Надо делать уже первый грейд на атаку. Даже на такой лимит надо делать. Архмага только уводить, правильно. Не, он знает, что делать. Понимаете? Время не ждет. Хаф не должен. Не должен сейчас на экспант лезть. Не должен. Да что ж ты делаешь? Телепортируйся отсюда. Блин. Бутылку юзает. Телепортируйся. Сейчас минус нага будет. Чё ж ты не ушел отсюда? Ой, там кастеры умерли. Раз, два, три, четыре, пять. Я думал, мне показалось. Это Фейрик нажег. Кстати, спасибо Близзардам, что бафнули Фейриков как саппортов. В очередной раз убеждаюсь, что люди, сидящие в Близзах, они как бы... Ну, тот, кто занимается патчем. Он что в патче 1.28.29 не соображал. Что не соображает и сейчас. То есть бафать человека двухлимитного, который и так разрывал кастеров в одиночку. Забейте. Басточка, ты хочешь покушать?